Доброго утра! Смотрите, какая красота, как будто цветы мне подарили. Родители привезли редис, но он так классно сейчас вяжется, как будто это какое-то солнышко. Уже варится бульончик, просто какой-то скелет утки тут. Еще не полили? Нет. Дети тут поливают калину. Дед лекарство, да, дедушка сказал полить им калинку, то она уже вот такая вот. Краснеет. Правда, не вкусная белая. Ну, еще пока она, конечно. Она вообще хорошо ее кушать, когда уже первые морозы. Ее заморозили, тогда она становится очень вкусной. Настоящей. Сейчас она фукакает. Гриша. Ну и клубнику тогда, хорошо? А, ну ладно. Да, и там уже... Я же готовлю борщик. С зажаркой почему-то решила сделать. Не знаю почему, уже выключаю ее. Здесь болгарский перчик, морковка и лук. И томат домашний. Вот, а здесь уже картошечка у меня прям, мне кажется, сварилась. Сейчас зажарку сюда добавлю. Чищу уже яйца. У меня будут всякие разные и перепелиные, и куриные. Вот, и пойду за щавлем. Борщик готов. Почему? Мне может опять зуб заболеть. А, да? Ну, тоже, короче, надо немножко борща. И сварила так прикольно. Яйца куриные порезала мелко. Ну, я на этой... А перепелиные целенькие здесь. Мама. В общем, борщ со щавлем. Когда я съем там картошку, угу, у меня вот этот зуб будет болеть. Да? Или вверх? Да, Антоша еще 4 зубика там с маленькими дырочками, да? Четверка, 1/5 и 3/4. Угу. Будем есть зеленый борщ. Кого? Чтобы купила нам сметаны? Ну а что, вы не съездили, не купили? Нет, теперь едим без сметаны. Да. Так, вам белый хлеб отрезать? Да. Я сейчас буду упаковывать прянички. Вот такой вот щенячий патруль. По-моему, очень даже неплохо получился. С лапками. И цифра 4 со звездочками. Вот. И вот такие вот еще топперы на тортик. В общем, это все топперы. Все на палочках. Все как я люблю. Особенно вот этот щенок мне очень нравится. Оказывается, его зовут Гончик. Я даже не знала их имена. Ну что, рассказываю. У нас уже почти 2. Даже уже 2. А вот, сейчас иду, пойду накрашусь, буду уже собираться нам ехать к 4 диамантам с детьми на проверку, знаете, вот это вот там метод заключения делать на карате и на танцы. И одновременно на футбол, я думаю, что там напишут, потому что кардиограмму просто снимут и туда, и туда. Вот, решила платно это все пройти. 1000 рублей стоит. Нужно прям звонить, потому что это все делает один врач. Он не всегда, не каждый день. Раньше это, по-моему, было только по выходным. По-моему, только в субботу это все делалось. Я уж точно не помню. Но сейчас в любой другой день только нужно... То есть по предварительной записи. Я, наверное, 4 дня не могла записаться, потому что они мне говорят, на сегодня. Я говорю, нет, сегодня я там что-то не могу. Они говорят, ну, в следующий раз мы не знаем, когда она будет принимать. То есть сегодня принимает, когда в следующий раз? Слышите Гришку? Неизвестно. Так что сейчас будем собираться в диамант, упаковала я пряники. Что, Гриш? И будем это... Ехать потом в Динскую. Мы сейчас пробуем с Гришкой устанавливать Battlefield 4. Battlefield. Неважно. Короче, пробуем устанавливать. Здесь есть 4 диска. В общем, ждем. Григорий завязывает шнурки. Ну как? Нормально. Получается? Угу. Сейчас уже поедем. 3.05, но нам еще нужно пряники завести. Посильнее затягивай. Все? Чуть еще подтяни, чтобы эти не торчали. Ух ты! Она затянулась. О, все, вот, хотелось. Угу. Мы привезли прянички, сейчас отдадим. Нет, нет, нет.
Все, теперь мы в Динскую. В Диамант. Все, мы приехали. Мальчишки выходят. Я тоже беру документы. Все, вы готовы? Тут как от цветов, да? Как тут красиво, так. Ага. Перекусить не хочу. Не, мне надо ехать домой, котик, надо же там рыбку приготовить. А то сейчас папа приедет. Мы-то перекусим, знаешь. А наши другие мужчины... Сейчас еще Афоньку заберем. А вот этот Спанч Боб, про которого говорил Гришка. Иди, отходи. Он не постарел за год. Да, не постарел за год. Мы же в том году тут были. Да. Где наша Афонька? Ну как дела, наша Афонька? Зоя Степановна, у тебя как дела? Нама? Папа уже твой прилетел, сейчас за тобой приедет. Хорошо? Там сейчас скорая, да, к кому-то приехала? Антош, пошли. Забираем Афоню из садика. Сейчас что нам надо куда? На заправку? Нет, не на заправку, мне подстричься. А, тебе надо подстричься? Пока, Афоня, помаши. Там же тебе кричат пока. Давай, садись. Тебе кричат пока. Так, убирай. Мы уже дома. Я сейчас буду готовить ужин. Это рыбка. Здесь, по-моему, 4 штучки. И буду вот такой вот использовать нож на второе. Что у нас здесь? Пакет был сверху. Я вот его достала. Рыбу надо взять, сметану. Стручковую фасоль, но я этого делать не буду. У меня просто будет вот этот вот соус, то есть порошок, который нужно смешать со сметаной и с водой. И залью всю рыбу. Сначала я положу в этот пакетик. Я уже смешала здесь. Взяла, как по рецепту написано, 150 мл воды. Высыпала сюда специи. Сметаны там написано 100 грамм, но я вот 4 вот такие вот ложечки положила. Не знаю, сколько это грамм. И сейчас все это размешиваю. Аромат, конечно, такой термоядерный. Не знаю, не уверена, что дети это будут есть. Хотя ни соль, ни перец я в саму рыбу не кладу. Поэтому надеюсь, что здесь в составе почитала, соль есть. Вот посмотрим. Так, все, соус получился. Сейчас все это доливаю в пакетик. Рыбёха. Так, все вливаем. Сразу есть для пакетика закрепитель. Сейчас я закреплю. Сейчас точно прочитаю, надо ли проделывать дырочки для выхода пара. По-моему, это всегда нужно. И ставлю в духовку 170 градусов еще минут, не знаю на сколько. А ты кто? Президент. Президент? А президент сегодня расчесывался? Да. Забыл? И что, он сейчас нам песню споет? Да. Давай. Все, президент пошел домой? Да. До свидания. До свидания. Я вас очень люблю, президент. Угу.